Всем привет-привет, с вами Сергей Бондарев, и сегодня мы будем оптимизировать загрузку страниц сайтов, в которые содержат видео. Видеоконтент воспринимается пользователями куда проще, чем текстовый. Видео смотрят чаще, а видео повышает позиции страниц, но, к сожалению, всегда есть ложка дегтя в бочке меда. Все видео классно, они продвигают, все замечательно, но они пилец как грузят сайт. И в этом видео я расскажу вам о том, как с помощью буквально трех небольших блоков кода упростить загрузку вашего сайта, страниц его, где есть видео, чтобы вы могли получать лучшие оценки от Google PageSpeed, страницы грузились быстрее и при этом вы занимали хорошие позиции. Если вам интересно, поставьте лайк, оставляйте свои комментарии, если у вас есть такие проблемы. Было бы интересно протестировать этот код на других CMS. Итак, поехали. Я сделал две тестовых страницы. В первую я просто-напросто залил два видео из YouTube, одинаковых. И сделал вторую страницу, в которую я залил превью видео из YouTube. Разница в оценке этих страниц. Два видео из YouTube ушатали скорость загрузки сайта на 20 единиц. Увеличили время обработки. Ну, то есть реально страница стала тяжелее. Это плохо. Грубо говоря, при общих равных страниц, которая грузится быстрее, будет в поиске выше. Это надо понимать. Ну, хотя бы просто знать. Страница номер два содержит превью на видео, и код, пока на картинку не кликнешь, на именно значок, видео не будет запускаться, то есть не будет загружаться скрипт YouTube, который встроен в вашу CMS-ку, плеер YouTube, чтобы не загружать ваш сайт. То есть загружаются только картинки, которые каждый там в среднем 48, 49, 50, ну максимум 70 килобайт. И, естественно, какие преимущества вы получаете при использовании загрузки видео по превью? Ну, во-первых, вы можете запихать в одну страницу хоть 20, хоть 30 видео, и она не сильно так просядет в скорости загрузки в сравнении, если вы закинете хотя бы пяток видео просто с YouTube. Да, можно поставить отложенную загрузку, поставить какие-то специализированные модули, но зачем, если все можно реализовать начистую, просто добавив небольшой кодик к закрывающему тегу body вашего сайта. Банально, как работает? Нажимаем. И вот видео 42 минуты, естественно, тяжелое. Оно запускается. Стилизацию самого блока можно сделать, как вам только заблагорассудится. Хотите красную кнопку, хотите зеленую, хотите скругление, что хотите. Стилями все прописывается. Я заготовил вот такой вот файлик. Ничего в нем сложного нет. Я его чуть позже прикреплю к описанию самого видеоролика, чтобы вы могли им также воспользоваться. Надеюсь, вы оставите свои лайки и комментарии по результатам использования. Скрипт предоставляет сам YouTube, можно в официальной документации его посмотреть по встройке видео на сайты. Элементарнейший, ничего сложного, на JS. Сами стили тоже ничего сверхъестественного. Класс для YouTube, класс подгрузки изображения, какое оно будет, и класс Play Button, это кнопочка YouTube, которая проигрывает видео. Ничего сложного, здесь можете что хотите сами написать, хотите поменять цвета. То есть на свое усмотрение. Естественно, видео делать на полчаса, чтобы это все набирать руками, я думаю, смысла никакого нет. И последнее, что нам нужен div-блок, который будет обращаться к классу YouTube, запрашивать у YouTube превью видео, то есть будет выводить ID-шник видео. ID-шник видео можно взять, вот здесь нажимаете поделиться, вот эта вот часть, это ID-шник видео. Вот это вот. Ее вставляете. И все. Вот. Сам код. В зависимости от того, какой у вас редактор, вы просто идете в страницу, например, добавить. У меня это Gutenberg редактор. У вас просто, может, классик редактор. MSE и еще что угодно, в общем. Вот. Код пишите. Ну, или там HTML-код ищите. Вот такую кнопочку будет. Вот. И впихиваете сюда вот этот код.
здесь меняете ID-шник. И все, от вас больше ничего не требуется. Нажимаете обновить, видео подгрузилось, все клево, вы красавцы. Все конкуренты долго грузятся, а вы грузитесь быстро. Ничего сложного. Нажали обновить, и все, видео у вас вот здесь появится на страничке. Очень полезно, очень круто для владельцев блогов, для владельцев интернет-магазинов, которые любят и правильно, что любят описывать свои товары и делать видеообзоры на них, потому что видеообзор реально повышает конверсию интернет-магазина. Для тех, кто ведет сайты клиник, сайты услуг различных, где реально можно записать видео, чтобы добавить его на страницу и тем самым повысить важность самой страницы. Очень важно, очень нужно. Надо стараться сделать так, чтобы ваша страница, не теряя целостности и полезности, максимально сохраняла скорость загрузки. Если вы этого добьетесь, вы с почти 100% гарантией будете ранжироваться очень высоко в топ-10, в топ-5, в топ-3, топ-1. Внимание! Всегда отслеживайте страницы своего сайта по Google PageSpeed, старайтесь, чтобы мобильная версия стремилась к желтой зоне хотя бы, то есть там был там 45-50, тогда вы будете иметь хорошие показатели ранжирования при общих равных с другими конкурентами, если у них будет такое же качество контента, как и у вас. Естественно, конечно же, если у вас сайт очень качественный, куча контента, куча видео, фото уникальный, текст клевый, грамотно все написано, мобильная версия удобная, то даже при низкой скорости там в 15 вы можете быть в топе, но если вы ее повысите там хотя бы до 30, вы будете в топе еще быстрее и стабильней. Но старайтесь всегда быть в желтой зоне. Естественно, пока версия всегда в зеленой зоне, обязательно без вариантов. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пожалуйста, комментируйте, чтобы я вообще знал, интересно вам это, полезно или нет, чтобы я мог создавать полезный контент для вас, делать удобные, интересные видео. Удачи! Тестируйте код!